Национальный антитеррористический комитет уже назвал это терактом. Теперь эту версию предстоит проверить силовикам. На месте работают десятки бригад скорой помощи, спасателей и ФСБ. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших во время взрыва. Воспринимаем трагедию, которая произошла в Керчи, как свою боль. И максимально стараемся помочь нашим соседям, нашему братскому Крыму, справиться с этой бедой. Безусловно, мы готовы оказать любую необходимую поддержку жителям Крыма, чтобы помочь им справиться с трагедией. Наши больницы готовы принять пострадавших, оказать высокотехнологичную помощь. Кубань уже направила 2 вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь. Бригады укомплектованы всем необходимым для госпитализации. Это горе мы воспринимаем как свое. Сейчас в Керчи Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».